Приветствую подписчиков и зрителей моего канала «Одесса, 25 мая». На своем канале буквально несколько дней назад я сообщал о том, что Эстония выступала за то, чтобы корабли НАТО вошли в Черное море и поспособствовали разблокированию Одесского порта. Так вот, сейчас появилась информация о том, что Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно. Так что много уже приложено сил к тому, чтобы наконец-таки была деблокада Одесского порта. Будем надеяться, что планы данные осуществятся, и Одесский порт действительно разблокируют. Что из этого будет, пока неизвестно. Вот пока лишь только это разговоры. Вот. Ну, будем смотреть, что из этого получится.